Смотрим. Я вам показывал, да? Здесь как держание делать. А сейчас показываю, как на руку делать. Знаете, как на руку делать? Смотрите, как правильно ее делать. Захожу. Да? Куркает. Знаете, куркается. Парень гибкий. Не дает. Ну, видите, не дает. Смотрите, что делаю. Одну ногу сюда ставлю. Видите? Вот. Вот. Хожу. Неприятно, да? Да, это растяжка. Колено. Обязательно. Вот сюда вот. Сначала на руку переходим, а потом на ногу. Да. Ногу по отношению к ногам. Да. Сейчас. Хожу еще раз. Вот берем. Раз, подхожу. Руку. Да? Куркаюсь. Вот. Видите как? Сразу. Взял. И потом. И на руку. Смотрим. Так. Это первое упражнение. Сразу показываю второй как. Смотрите. У вас удушающий же можно с рукой делать? Можно. Смотрите. Он находится здесь. Ноги крестить можно? Нет. Сейчас запретили. Смотрите. Одну руку отключаем. Только внимательно смотрим. Отключаем. Он не сдается. Еще смотрим. Через руку удушающего так можно тоже разрешать снос. У вас можно. Через руку удушающего можно. Да. Смотрим. Сейчас. Да. Сделаем это упражнение. Сейчас вам хорошее упражнение покажу. Смотрим. Захожу. Оп. Видите? Удушающий, парни, сделали. Вот, сдался. Сразу на руку проходим. Хорошо?